Одно из новых достижений кружка пацана — иметь 9 хп за раз. И самые умные из вас уже взяли кружка пацана с 3 хп, вызвали джина, чтобы стало 6 хп, нацепили кольцо сердца, напарировали 9 хп и пошли нахрен. Но я знаю, как получить это достижение. Надо взять кружка пацана с 3 хп, вызвать джина, чтобы стало 6 хп, нацепить плюс 2 хп, чтобы стало 8 хп, пойти на 6-гранного дурачка, там у тебя уже 9 хп сразу, попасть на любого его миньона без сердца и словить кулак лицом один раз. У тебя станет 5 хп, на второго его миньона идешь уже на уровень с сердцем, у тебя становится 6 хп, и будет тебе счастье и ачивочка в кармане. Можешь, кстати, видос про все ачивки глянуть. Я что, зря старался, что ли?